работа, как говорится, не волк, в лес не убежит, но и об отдыхе забывать не стоит. С приходом лета так и тянет на лазурные берега, но стоит ли отправляться в путешествие в условиях пандемии? И главное, куда? С отменой ограничений на поездки внутри страны, конечно, в первую очередь туроператоры предлагают ознакомиться со всеми красотами Азербайджана. Каждый район по-своему интересен. Ленкорань, Шики, Габала уже пользуются большой популярностью среди отдыхающих. В условиях пандемии именно внутренний туризм набирает обороты. Способствовало этому и снятие запрета на автобусные туристические поездки из столицы до других районов и городов республики. Те туры, которые мы организовывали индивидуально, они будут, конечно, расширяться в спектре, да, групповых, но, естественно, с условиями превентивных мер. Что это такое? Это означает, что мы обязательно должны будем соблюдать программу Сахман, которая еще была адаптирована во время пандемии со стороны всей туристической отрасли, что касается гостиничных комплексов, турагентств и даже тех компаний, которые будут транспортировать туристов от точки А до точки Я. В рамках программы «Сахман» в зонах отдыха и гостиницах проводится частая дезинфекция. На входе измеряется температура. Повсюду установлены санитайзеры. На случай, если у отдыхающего обнаружится коронавирус, отели оборудованы и изолированными блоками, где заболевший должен находиться до выздоровления. Медицинские расходы покрывает страховка. Кроме того, в региональных отелях имеются и программы постковидной реабилитации. Они действуют в Гала-Алты, Ленкоране и Нафталан. Для тех, кто переболел инфекцией и хочет укрепить свое здоровье. Говоря же о поездках за границу, для граждан Азербайджана, пожалуй, самое популярное направление – это Турция. Однако цены увеличились в сравнении с допандемийным периодом. Из хороших новостей – неделю назад в Турции отменили локдаун, который действовал по выходным. Кроме того, Турции можем еще посоветовать обязательно Россия с российскими санаторными курортами, с всеми любимым Азербайджаном, как говорится, минводы, минеральные воды. Это Украина, это Мальдивы на данный момент. Очень хорошие скидки и по билетам, и по направлениям, и по отелям. Естественно, кроме этого, еще можно обязательно с премиум чартерами, рейсами подчеркнуть египетский сегмент. Грузия также открыта для азербайджанских туристов, но следует учесть, что в стране действует комендантский час. Кроме того, отпуск станет дороже, чем до пандемии из-за закрытой со стороны Азербайджана сухопутной границы. Поехать в отпуск граждане Азербайджана могут и в Дубае. Это пока единственное направление в ОАЭ, открытое для туристов. Но тут обязательно помнить, планируя отпуск, обращайте внимание на страховку. Я бы очень попросила всех выписывать страховки, интересоваться, есть ли в сегменте, в который они летят в стране, специальные travel-страховки, страховки путешественника, которые покрывают все меры COVID-19. Самый простой и, пожалуй, наименее затратный путь – это отпуск внутри страны. Для этого вам не потребуется делать ПЦР-тест, даже если вы будете пользоваться внутренним авиаперелетом. Тест на COVID-19 вам сделают прямо в аэропорту. Но если вы решились вылететь за границу, то вам необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за 48 часов до вылета. И, конечно, куда бы вы ни направились, следует помнить о правилах гигиены, а еще лучше – сделать прививку от коронавируса, чтобы ничто не отвлекало вас от отпуска. Медина Гурбанова, Вилсал Аликперов, CBC.